И в завершении трогательной истории США бездомный по имени Элмер Альварес нашел конверт с чеком на сумму в 10 тысяч долларов. Мужчина не пошел в банк получать наличные, решил вернуть пропажу. Ему удалось связаться с владелицей чека. Женщина не могла поверить, что нашелся честный человек, вернувший такую крупную сумму, и призналась, что раньше и сама не имела крыши над головой. В знак благодарности она предложила Альваресу помощь с поиском жилья и работы.